Друзья, всем привет! Я нахожусь в городе Худжанд. Он находится на севере Таджикистана. С 1936 по 1991 год он назывался Ленинабадом. А за моей спиной стоит рынок Панчанбе. Мы сегодня прогуляемся по нему, покажу, что, сколько стоит, ну и поделюсь, соответственно, с вами. Поэтому смотрите и не переключайтесь. Ну а мы начинаем, да? Начинаем, давай. Начинаем. Восточный базар – это не просто место, где можно продать или купить, это особая атмосфера, в которой погружаешься задолго до того, как заходишь внутрь. Это самый большой крытый рынок в Центральной Азии, который расположен в центре города Худжанд. Его название созвучно, как ни странно, со столицей республики Душанбе. И еще больше удивления может вызвать тот факт, что это название дней недели. Душанбе, вот, например, понедельник. Панчанбе – четверг. Все просто. По этим дням шла плотная торговля между купцами с разных стран, так как базары располагались на перекрестках Великого Шелкового Пути. И хотя Панчанбе в этом году отмечает свой юбилей 60-летия, но история образования уходит вглубь веков. Во время съемок я познакомился с Майей, она и помогла мне снять полный обзор на рынок с переводом местной валюты Саманей на рубли, чтобы всем было все понятно. Друзья, хотел перед началом попросить поддержать этот выпуск авансом, лайком и комментарием. Так вы поможете в продвижении моего канала. Это стоит 0,0 рублей, 0,0 самани. Короче, усаживаемся поудобнее. Ну а мы начинаем. А это что за трава? Можно спросить, что за трава мурава такая? Интересно. Это на удачу, чтобы деньги были здесь? Или что? Да. Куда поедете? В Россию? Я его отец. Все, понял. А это для чего вот эта трава? Это для счастья, для гриб, для всяких. И для счастья, и для гриба. Хазор испан. Как называется? Хазор испан, это таблетка типа. От всех болячек. Да. От коронавируса, от всего. Да. А, еще и от коронавируса тоже. Для всего, да? Да, мой мама, все, ладно, спасибо вам. Вот идет приготовление лепешек. А сколько по времени они жарятся? 10 минут, да? Некоторые уже готовы, я смотрю. А это по какому рецепту? Они таджикскому рецепту. Таджикский, вот, да. Таджикский, да? Угу. Сколько стоит? 3 сому. 3 сому. Вот здесь, пожалуйста, продаются диски, кассеты разные. Но, я так понимаю, диски, да, только? Диски. Ага. Пожалуйста, здесь же можно сразу проверить. Есть DVD, плеер, все. И сколько стоит один диск в целом, в среднем? 4 самони, то есть любой, да? А здесь у вас как к русским вообще относятся? Нормально. Классно? Да. У нас соседи русские, все. Мы даже вот таджики, все болеют за футбольные команды российские, за сборы болеют, за русских. Мы никогда вот не обижали русских. У меня друзей много раз. Но у меня сын сейчас там работает. Нормально он работает. А вообще много русских приезжает сюда? Да. Да? В прошлом году много было. А в этом? Сейчас сезон начинается, да? Ну, у нас место хорошее есть здесь. Ну да, да, да. Калакуми там. Просто они сейчас боятся, что здесь война. Здесь вообще война не было. Ну да. У нас все нормально. Все, фрукты все сами отличные у нас. А почем самса вот такая? Они по 2 сама сырого. Вот там с мясом. Вот это с мясом, а вот это? Зелень. А, зелень. Это курица. Это просто называется... Да, это курица уже кавурдок, так наши говорят. Ага. Мурх кавурдок говорит. Мурх кавурдок. Курица, а это что такое? Это там у нее печень, вот это...
Угу. Желудки, да? Да, желудки, печень вот это продают они. Они все сами сидят. Вот они все сами зелень вот продают. Угу. А вот это яблоко из Панджакента, из Турции, побольше вот этих, ну, это уже из Крыцки. Вот это Панджакент, Айни бывает у них яблоко. Вот это все. А вот это листья? Это знаешь, из винограда. Да. Она, может быть, голубцы сделает. В общем, мне здесь угостили спрайтом. Здесь вот, пожалуйста, как в советское время, наливают в общий стаканчик. Один саманы. Вкусно, тебе понравится? Вкусненько, да. Да? Еще хочешь? Нет. Все? Сладкий. Не, я себя. Если хочешь, вот яблочный попробуй, клубничный есть. Спасибо большое. Нет, очень вкусно, вообще кайф. Из большого двери заходим, чтобы там были. Пойдем. Так, это мы сейчас на задворке это, рынка. Да, да, здесь Паншамбе базар, говорят. Здесь Паншамбе базар, здесь только все фрукты продаются. Вот яблоко, груша, все-все здесь. Мандаринчики есть, апельсин, все есть здесь. Сейчас сами сезон огурцы и помидор. Многих покупают огурцы, помидоры. Огурцы, помидоры и да, все, да? Да, сейчас сезон огурцы, помидор. Вот здесь Паншамбе базар, который фруктовый базар, заходим вот здесь. Это вот главный вход. Да, центральный вот дверь вот здесь. Базар вот, Паншамбе. Паншамбе, да, базар Паншамбе здесь. Вот они вот так по лавками все конфеты, все продают. Вот видишь? Все на холодильнике держат, они мясо. Вот, они печеные здесь. Слушайте, ну архитектура да, прям красивая. Да, здесь большая, вот она. И здесь старинтический. Эй, эй, эй. Они цыгане. Как это ваши, здесь тоже цыгане много. Вот смотри. Вот здесь вот так продается сухофрукты. Видишь, вот они сухофрукты. Все сухофрукты здесь. Сразу в комплекте. И сколько, да, комплект, сколько стоит? И чампур. Это по российские деньги 220 рублей. 220 рублей. 220 рублей вот это. Еще вот такая халва есть. На кило чильпаньми. 1 килограмм по российские деньги это 420 рублей. Клубника чампур? А уже клубника, то есть уже растет? Клубника тоже есть. Это 320 рублей. По российские деньги 1 килограмм 320 рублей. Вот здесь все сухофрукты, видишь, вот они все-все-все сухофрукты. Здесь вот можно и на подарки, на презенты, крестины. Да-да-да, как хочешь, так они на все готовят, они сами все делают. А эта лепешка называется вот такой маленький кульча. О, такую маленькую это я кульча не называется, да. А кульча как переводится? Это кульча, ну, маленький вот. Сами лепешка, а, кульча ну, то говорят. Есть, как бы миниатюрка. Да-да. Вот здесь они фрукты, вот здесь смотри. Подойди, пожалуйста. Вот, вот это чака, сузма говорят. Это? Как называется? Это чака, по-нашему чака. А на что похоже? Или как? Это сушеный кефир. Это сушеный кефир. А, ну вот это как курот. А это курот, который наши пивами, мужчины это пивами пьют, когда очень вкусные, хорошие. Соленые. Да, соленые с пивами очень хорошие они. Наши мужчины все вот пивами пьют вот это. И вот ребята... Пиво пьют, вот эта штучка да, закусывает. Да, ты попробуй. Кофе. Когда здесь, да? Ты попробуй. Хочешь какой-нибудь покупать тебе? А вот такой попробовать можно одну? Сколько стоит? Как-то в Майляшме? Ладно, попробуй. Я рассеял, да где? Вот здесь все крут и чака. Солененькая? Да. Ну это да, только с пивом, наверное. Да, я тебе объясню, да. Это пивом хорошо. Вот они женщины вот утром берет оптом и вот так по килограмму продает потом. Видишь, на рынке больше женщин, потому что мужчины все сейчас в России, все на работу ушли.
Вот это смотри, он... вот это все фрукты. Да? Да. Говорит, получается, мужчины дома сидят, женщины работают, да? Нет, не так. Не так не говорите. Да? Многих мужчин работать так нельзя. Все мужчины здесь работают, может быть, какой-нибудь... Семья без урода не бывает, все бывают по одному. Вот они все, вот этих, которые там, они из стороны Приднестровья, это не наши. Не, а да, это турецкий придет, да? Да. Египет, Турция. Да, из Турции, побольше из Турции придет. Таких виноградах тоже. Виноград, да, большой. Да. Вот мандаринчики до сих пор они продают нормально, видишь? Яблоко красивое, все, вот из этого, все они ассортимент сделали. Так, идем дальше. Вот это клубни... вот сразу коробочка. Да, здесь... на клубника уже они коробку сделали, вот видишь, как готово. И чампуль ако? Ако? И чампуль будешь? Это по российским деньги 320 рублей. Вот это готовый. Вот лепешки, смотри, национальный. Вот это вот с орехом. Видишь, как большие, хорошие. Ага, с грецким это лепешки, грецкий орехом. Вот это большие лепешки они. Вот это тоже национальные наши большие лепешки. Это вот такой тоненький. Да, она с маслом, да это тоненький. А вот это, говорят, самаркандские лепешки, смотри. Это самаркандские лепешки. А как ее отличить, самаркандскую, например, от... Потому что она, видишь, вот такой кругленькая и тверденькая. А это наша свою лепешка, вот так мягкая. А сколько вот, например, вот, ну, по срокам? 15 часов. А, 15 часов, да? Да. 15 часов. Чампуль яхта? Кулаш чампуль? Это по российским деньги... 125 рублей. 125 рублей. 5 рублей одна лепешка. Ну, в принципе, вообще да, хорошо. Да, большой лепешка. Ага. А там же такой маленький, 60 рублей, да, российский. Да, да. 60 рублей. Я сама... Зато какой вкусный. Да, да, она вкусная. А хорош... вот это лепешечки маленькие. А это, ну, говорят... не маленькие, средние. Нет, это лепешка оби, говорят. Оби. Без ничего, только с водой вот это. Сколько стоит? Чампули? Это по российским деньги 20 рублей. 20 копейками, вот так. Ну, у нас 25 рублей вот такая лепешка, да, тоже вот делают примерно. Да. Ну, в принципе, тоже да. Здесь вот из здесь они халва. Смотри, они халва, все халва. Вот это тоже здесь делают, да, в Таджикистане? Они все халва. Вот это хурма. Это хурма. Они все видом халва. Это на национальном таджикском Дастарханом говорят. Ну, то есть это местные говорят, делают. Все. А они худомоны, они худомонами. Да, это местные тоже. А здесь тоже, вот видишь, фрукты. Они все фрукты, сухофрукты. А я думал, это бухгалтерия. Не, они все, не, они лепешка продают. Просто они деньги считают, уже заканчивается. Они не бухгалтерия, они тоже рыночные женщины. Да, вот она, вот так снимай. Вот видишь, вот они, ага. Они уже готовы, все. Наборы. Да, все есть внутри. Слушайте, все, ну есть, вот такие, да, прям на подарок вообще здорово. Они небольшие. Это 35 рублей. 35. Чильсома, 350 рублей. 350 рублей. 350 рублей российские деньги. Вот они, сушеные, вот, абрикосы, смотри. Ага. Разные есть. Фисташка, все есть у нас, вот она. Хурма, фисташки. Фисташки сколько стоят? 100 сомов. А? 100 сомов. 100 сомов. А это 90 рублей. 100 грамм. Да. Не, 1 килограмм. А 1 килограмм? 900 рублей на вашем. Ну, это получается 90 рублей. Ну, 100, так, 100 грамм. На садоводе тоже так, но, на оптовой рынке тоже, но, так. Но Уфе подороже будет. Да, да. А, там тоже 900, вот, здесь вот кшмиш говорят, это маис. Сушеный виноград они. Угу, это, да, сушеный виноград. Это. Они тоже разные бывают. Самаркандские бывают, местные бывают. Вот, разные. Угу. А вот, вот это что такое? Это инжир. Сушеный инжир. Угу. Хаштаг. Это хурма. Не, это... Это хаштаг. Это 5 килограмм. А хаштаг это что такое? Это там грецкий орех и урук. Грецкий орех и урук. Вот я открою, ты снимешь. Слушайте, вот, ну здесь уже запах сразу. Сделала, да.
А, еще и с медом? Да, ага, да, ну да, вот, да. Вот состав здесь. Да, состав все есть там. Урюк, изюм, орех и мед. Да. Хаштаг говорят. Угу. Так, идем дальше. Ну, уже там арбузы вышли. Угу. Вот там тоже уже арбуз продают. А вот арбузы, да. когда сезон начинается? Арбузы сезон самый хороший июль-август. Июнь-август, да? Да. То есть сейчас они не такие сладкие? Не, не такие. Ну, может быть, так, я пока не попробовала. А это откуда везут они? Тарбузотон чампули, ассаламу алейкум. Это 1 килограмм 130 рублей российскими. Ага. И агнегуджо? Иран. Это иранские, а, пока местные нету. Пока местные в конце июль и август бывает. Июнь и август бывает. Угу. Ну, сейчас все кушают, по-моему, они вкусные. Ну, вот так внутри, да. 1 килограмм, ну сколько там, ну там тоже, в Москве тоже uh-huh. такой же. Вот винегрет. И ангуро чампули будет, укоджо? Это винегрет, который дамские палочки говорят. Uh-huh. Это дамские как палочки, 50 саманов. Это 450 российскими. 450 рублей килограмм. Да, килограмм российскими. Слушайте, но цены, да, практически на не особо отличаются. Не отличаются, потому что принципе, сейчас у нас тоже так стал. Ага. Раньше у нас дешевле был, а сейчас у нас тоже как Россия сильно ага. стал. Это все арбузы ну, да, вот иранские. Даже лепешки вот эти небольшие, ну средние. Да, которые, да, да, да. В принципе, цена да. такая. Вот из этого они оптом продаются. Яблоко, груша, все. Здесь оптовый, отсюда вот они манго и утром, тоже есть. И... Да, они ага. до вечера здесь. Угу. Разные есть до вечера, они продают. Это тоже иранские, да? И они иро ассалон. Это тоже иранские арбузы. Угу. Ну это, да, прям да. большие. Они тоже по килограмму продают. Иранские. Они сейчас сезон все вот, они все иранские. Но бананы фактически, но бананы, по-моему, здесь подороже. Да, давайте. Потому что спросим. Там... Другой сено, а здесь вообще. Вот они бананы. Они все вот так банан продают. Ход килограмм, ход штучный. А у кого спросить, сколько банан стоит? Ин чампул кило банан. У кого? У кого? Кило чамп... 28, это почти 260 рублей российских. А, ну это нормально. 260, ну там 140. Угу. По-моему, так угу. был. Да, да. Ну, дороже однозначно. Да, здесь бананы дороже, чем я, здесь. Честно, вот не помню. Жена постоянно берет. Да. 60 рублей, ну, вообще хорошо. И тоже иранские. И бананой гуджо. А, Эквадор здесь. Эквадор. Угу. Фактически много здесь сухофрукты. Сухофрукты, видите, а да. мясо вот где-то... Мясо? Да, мясо сейчас туда пойдем. Вон там еще, смотрю, хлеб тоже просто... Да, да, здесь вот она хлеб. Это пекарный хлеб здесь. Здесь, видите, вот многих-многих местов сухофрукты, а здесь хлеб вот. Ассаламу алейкум. Хлеб от чампули? Это 3,5 самани, 32 рубля. 32 рубля. Рубля, одна хлеб. Угу. Ну, вкусный, хороший здесь. Ну, прям видно, хлеб. Такая буханочка добротная. Да, да, хорошая. Покупай себе, да. попробуешь одну. Да. Я вот сегодня вечерком прогуляюсь, я сейчас просто так наелся. А? Ладно. Спасибо. Да. Вот здесь... вы до скольки работаете? До скольки? Да, 5 до 6 работает. Да. 6. Вот здесь тоже нарезанные вот хлебы. Угу. Нарезанные хлебы есть. Вот серый хлеб тоже есть здесь. Это уже нарезанный. Здесь серый хлеб есть. Вот хлеб. Вот все, я смотрю, лимоны продают. Да. А, здесь вот лимон. Это узбекский или местный? Сейчас спрашиваем. Ассаламу алейкум. Смотрю, смотри. И лимонной гуджо? Аргентина. Это Аргентина. Это Аргентина. Лимон. А вот такие? Турецкий. Это турецкий. Да? Местный? А вот она местный наша, вот такая вот. Это местный наша. Угу, а он даже и цветом как-то... Да, это цвет вообще другой. Угу. А вкус? Самый лучший это, да. Самый лучший это. Угу. Вот здесь помидоры, вот огурцы,
зелень тоже здесь есть. Сезон уже огурцы, но помидоры, огурцы, как помидор, вы сказали, да, уже... Да, уже сезон сейчас. Угу. Зелень и огурцы, помидоры. А самый лучший сорт помидоров какой? Ну, самый лучший сейчас ташкентский, по-моему, продают. А самый молоко, чампу любит дать помидор? 40. Это уже 370 рублей 30. Российский. А какой сорт? Ташкентский сорт. Ташкентский. Это ташкентский. Они сейчас многих где ташкентские нормально идет. Ташкентские хорошо. Ну они прям такие насыщенные. Да, сочные, да, да. Это потому что уже отличается. И наши, и ташкентские уже отличаются. И здесь все женщины вот зелени, чесноки продают, редиска, кинза, укроп, вот они все-все. Это вот. Что у нас? Это чесноки. Чеснок. Да, вот таких берут, они на салаты чесноки. Угу. Это зеленый лук. Шашлычком-то, да? Да, шашлычком тоже. Если залетает, ты сам берут, да, хорошо. Угу. Вот они, кинза, укроп, лук, вот. Угу. Они так продаются. Вот здесь тоже лимоны. Угу. Вот это местный это лимон, местный. А, ассаламу алейкум. Это местный лимон, вот. А вам самому какой нравится? Кадом лимон нахшмова, местный, место, все да? местные. Но у них вкус другой. Здесь сухой, а там сочный уже. А вот этот именно просто для сравнения. А по цене как, вот, например, местный? Дешевле. Подешевле, да? Инчампу? Это по российским деньгам 220 рублей килограмм. 320. 220. А, 220. Инчампу? 300. Это 270 рублей уже. Угу. Российские деньги. Спасибо. Вот такие помидоры тоже бывают, вот розовые. И помидоры большие, прям мягкие. Помидоры, они кибуда. Они шохами, мы бахштон, ассаламу алейкум. Шмодрусны. Помидоры, вот он. Не, и вам тут говорит, чампу. Я шкашки мы. Кило, стихаштон. Это 340 рублей. Один килограмм. Это вот. Это ташкентские тоже, да? 38 тома. Это не мора они гуджо. Ташкент. Это тоже ташкентские. Там красный, угу. А здесь вот розовый. В основном, я так понимаю, помидоры завозят с Ташкента. Да, пока до июня, до июня из Ташкента, потому что из июня потом из нашего местного выходит. Это многих вот товаров. Имбирь. Имбирь тоже у нас продает, вот имбирь. Тоже у нас имбирь хороший есть. А, вот там получается... А здесь оптом продается они, да. Пекинская капуста. Ровница, да, это здесь тоже капуста есть. Вот черешни тоже здесь продается. И хоть кило чампу? Я всегда сама. А российские деньги 900, почти 1000 рублей. 1000 рублей килограмм, да? Да. Почти, да. До сих пор они сохраняются в нашем вот винограде. Вот. Это 8 самони. Да, это 10 самони, это почти 100 рублей. Угу. 100 рублей здесь, килограмм. Здесь 10 написано. И помидоры там местными? А здесь 8. Вот это наша столица из Душанбе помидоры. Угу. Видели, там да. Ташкентский другая, а это уже другая. Ну это и уже чуть-чуть 20... и подешевле, да, получается? Да, 22 самани, а там сказали 40 самани. Ну да. Уже 18 самани. Ну здесь работают. Они немножко, некоторые еще недозревшие. Да, 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 там ташкентский вообще другой до этого, да. А вот здесь, если хотите смотреть, у нас все соленый, капуста, вот здесь лина, все, здесь капуста, помидор, вот а это. А мясо вон там? Мясо, да? Сейчас пойдем, мясо тоже. Мясо везде есть, а здесь есть мясо, а там тоже мясо есть. Мясо везде. Вот здесь тоже вот хорошие яблоки, видите, вот. Вот они, вот этих яблоков все вот хорошие, отборочные они. Отборочные, красивые. Вот этих? Сейчас. Как так халама фатиретона я боти... Угу. Смотри, вот это каламафатир называется. Как это каламафатир. Угу. Это когда шакароп, крутоп говорят, вот это мы делаем. А вот как из слоеного теста? Да, из слоеного теста все. Угу. Это продается. Винчампуль, как-то шако? Да.
Один 100 рублей. 100 российскими рублей. 100 рублей. Две штуки. Один штук 100 рублей. Угу. Вот из этого мяса вот. Вот. Это говядина мясо вот хорошее. Угу. Вот они говядины. Свежак. Да, они все свежие. Вот печень продает свежие. Все свежие. А сколько говядины килограмм стоит? Я кило чампун. Не, гошт. А если с косточками берешь, 620 рублей российский день. 620 рублей килограмм. Вот, здесь тоже есть. Вот, они все свежее продают. Каждый день у них свежее мясо. Ассалому. Ассалому алейкум. Куда пойдешь, скажешь ассалому алейкум. Или ассалому алейкум. Вот так, да. Да. А это... А Россия мехмон, да? Ага. А это курдюк баранины это. Угу. Это какой баран должен был быть? Это кочкор. Кочкор, мужчина, кочкор бывает. А, большой, да. Он мясо, 84 килограмм мяса сделал. Один баран 84 килограмм мяса сделал. Обалдеть, да. 84? Да, 84. Только мясо? Только мясо. Только мясо, и это еще остатков это гудинга, вот она. Это без курдюка даже? Да, без курдюка, 84 килограмм сделал. Очуметь. Да. А сколько вот стоит курдюк, например? Чампун мы стали. 90 саман, это 850 рублей. 850 рублей. Хотел нам у них спросить, как... Вот она, смотри, вот такая, вот это у нас говорят козы. Да, это сушеное там мясо бывает, еще груду говядины. Угу. Там без конины, да? Да, без ничего, вот она. То есть только говядина? Говядина и жир там. Вот у нас просто в Башкортостане тоже есть козы, но там делают с конины. Нет, где конины они не делают. Вот у них тоже мясо. Если хочешь фарш, они сразу фарш сделают, отдают. Здесь мяса много, на той стороне тоже есть. Мяса очень много. А вот это баранины мясо. Вот это баранины мясо. Небольшого барашка. Ну, уже после обеда, уже не остался здесь. А в основном когда мясо? Утром рано. Утром, да. Утром 8 часов. Вот такая везде бывает мясо. Вот здесь масло продает. Вот она. Смотри, олена есть у нас тоже. Бону это. Олена, значит, везде есть. Олена? Да, это... Они здесь все ассортим от масла. Чампун. Алина 75. 75 сос. Да, не, по это. Местный 480 рублей. 480 рублей местный. А это Алина, панджапань гуфтинми, 500 рублей. 500 рублей. Да. А вот это что такое? Это хлопковое масло, это тоже. Хлопковое. Да. Вот здесь обратить внимание, вот такие баклажки еще большие. Какого масла только нету. Корона изобилия, много российского нашего. Поля, россиянка, олейна, золото России. Ну, наверное, 70% российского масла все-таки. Да, российский. И здесь побольше приправа продает. Угу. Приправа. Они все ассортименты, вот приправа. Это у нас что такое? Интизе хобдар. А? Черный тмин. А бутылочка черного тмина вот такая, сколько стоит? 90? 90 самани. Это 90 самани, 850 рублей почти. Хороток говорят на плов это. На плов хороток говорят. Это кишмич вот. Это зира. Здесь вот? Зира. Ага, зира здесь. Зира на бумажку вот так отдает. Сразу? Здесь уже нафасованные стаканчики? Да, на стаканчике и там отдает. Ассортимент чай. Вот они все. 95, 100, 110, зеленый вот чай. Такая. Здесь в основном одного сорта, да, какого-то, наверное? Нет, у них разные сорта. Разные. А вот это все, весь зеленый разные. Чай разный? Вот это черный чай. Это черный, а это зеленый чай.
Вот это яблоко, здесь. Да. Они вот так чистые и красиво делают и продают. Здесь еще у нас чай. На овощи тоже будете заходить? Овощи вот здесь, которые? Нет, вот здесь овощи вот здесь? Есть, да. Внутри заходим, вот здесь овощи есть. Это отсюда овощи рынок. И здесь говорят, вот овощи базар. По-нашему. Вот картошка, вот как говорят российские, вот черная картошка привезли. Это вот больше такой картошка есть. Это чья картошка вообще? И, где картошка? Вот, я говорю, российская, да? Российская картошка. Побольше здесь сейчас вот это. Это год побольше черной картошки есть. Морковка, вот, лук есть. Дорого все. Так нельзя. Вот морковки. Вот лук отборочный есть. 3 килограмм 10 саманей. 100 рублей 3 килограмма. По-российски 100 рублей будет. А вот цены такие же, и в принципе и зарплаты такие же получаются? Нет, зарплаты здесь... 1,5 самани, 3000 самани. Это на по-разному. Наши сколько? По-нашему это 3000 самани, по российским деньги 28 тысяч, по-моему. 28 тысяч? Да, да, может быть так. Ну, то есть получается где-то $200, 250. Ну да, почти $300. Ну, по-разному, сейчас многие на рынке сидят. Деньги все, вот на рынке женщины работают. Видите, основной женщина сидит. Ну, никакой мужчины нету, все-все женщина. Продает все женщины. А вообще вот в основном как вот, ну знаете, из-за вот этих ситуаций, которые недавно произошли в России, как в Таджикистане относятся к русским? Ну, в Таджикистане гостеприимный народ. У нас никакого комплекта ничего нету. Вообще вот это интернет ничего не смотрела, даже не соображаю, по-честному. Себе дома и вот это... На улице и все. У нас все гостеприимный народ. Да, хорошее. Спасибо нашему президенту. Вот все. Все работает. Везде рынки открыли. Все хорошо. Вот все нормально. Все нормально живет. Сами вот она все деньги найдет. А вот этот лук тоже российский, да, получается? Нет, это местный лук, местный, по-моему, да? Да. Все луки отбор делает. Отбор даже. Да, да. Вот которые вот они, которые не уходят, вот они отдельно положат. Видите, они все отдельно. Которые они продают, вот отдельно делают. Слушайте, они даже, все, да. Даже до такого. Да, они отборочным продают. Вообще здорово. Да. Ну, это, наверное, отдельно продают, чуть-чуть подешевле, то ну, поменьше. Ну, может быть, кто-нибудь хочет покупать, может быть, ну, дешевле. Ну да, кому-то, кому-то да. На самом деле поменьше. Да, да. Нравится. Да. Здесь у нас получается чисто овощи. Да, и здесь а вот овощи. Дяденьке да. Вот этому подойти. Так интересно он выглядит. Который он, да. Такой солидный. Да, он картошку продает. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Картошку чампур бугасако? А? 6 самани картошки у него, да. А чья картошка вот эта? Российская или? И местными, где это местная картошка. Рынок, конечно, очень большой. Да, у нас хорошая рынка. Пуджанд называют северной столицей Таджикистана. Потому что он на север стоит. Да, это еще север. По-другому называют ее культурная столица. Это как это... у нас в России Санкт-Петербург считается культурной столицей. Это наша столица Душанбе. А здесь это как-то область вот Худжан. Город Худжан. А почему, именно, а почему именно культурная называется? Ну, или, ну северная, ну, это понятно, она севернее. Ну, знаете, везде культурные. Ход Душанбе, ход Айни, ход Старавшан. Везде это мусульмане, все культурный народ. Вот видите, они все как чисто. Вот это отборочное яблоко. Смотрите, как красиво поставлено. Все отбор вот. Они все красиво продают. Отборочные. А чьи яблочки? Местные, да? Очень классно. Чампули его? Это 220. 220? 220, да. Ну, здесь недалеко как раз, я потом зайду и еще... Да, если что-то, проходи по одному, тоже дают. Конечно. Его адрес, и он без... Все, Рахман. А вот это маленькие уроки. Вот зеленый, когда много кушает это. Можно, да, один попробовать? А он сладкий?
Нет, они не сладкие. Не... Он пока не сладкий. Ну, надо... Попробуй одну. Он немного кислый, да? Да, она пока кисленькая. Когда он готовый будет, потом урок будет, потом она сладкий будет. Как еще раз называется там? Это по-нашему гора. Урюк. Урюк. Да, урюк. Угу. Зеленый урюк. А он когда спелый, какого цвета? Может быть, красный будет, может быть, желтый будет. Ну, вообще, когда пить очень хочется, он утоляет жажду, мне кажется. Да, да, да. Мне кажется, дети его... Дети обожают, да. Как раньше мы от крыжовник, я помню, любили зеленый есть. Угу. Обожают дети. Классно. Да. А там косточка посередине, да? Угу. Спасибо. А когда он спел, будет он? Ну, 25 дней вот так, может быть, есть, да. Спасибо, Рахман. Рахман. Здесь тоже вот все, здесь попробуем. Здесь переправа, все. А вот, вот этот посередине сидит парень? Здесь он продается переправа. Угу. Вот видишь, на тележке переправа продается. А, он получается продается. Разъездная торговля. Вот она переправа продается. Все переправа. Зира, томатный, все есть переправа. Здесь раньше закрыты не были, вот закрывали хорошо. Сейчас нормально зимой и летом они хорошо торгуют. А раньше, раньше открытый был? Да, раньше открытый был. Сейчас закрыли, очень хорошо сделали. Колбаса, ассаламу алейкум. Чампул будаси? 300 рублей. Это колбаса местная. А вот если, когда на жаре продаешь, ничего с ней не... Ну, как бы это не... А вот и гарба, а мина фрюхта муки ми. Сейчас она холодненькая. А, прохладная. Немножко, да, немножко У них холодильник из холодильника другой приносит, меняет. А, ну, то есть вот так. Холодильник тоже есть у них. На жаре не продают они пока, да. Базарский называется. Да, это узбекский. А, узбекский это? Да. Здесь у вас вообще выбор большой, на самом деле. Спасибо, Рахмат. Отсюда. Спасибо. Спасибо вам тоже. Поэтому, друзья, если здесь можно найти все, от, наверное, от кардена до комода. А с правой стороны сразу же аптека есть, причем не одна. Раз. Два, три. Здесь же посуду продают, вещи. Магазин одежды. Есть такой уже более, более узкий ряд. Здесь, я сказала, узкий коридор. Да, узкий коридор. Здесь узкий коридор. Здесь женский парикмахер. Ассаламу алейкум. А здесь вот салон, салон красоты. Здравствуйте, вот, девчата. Здесь салон красоты. Здравствуйте. Вот. Это вы куда? Да, это мы везде. А, Уфа. Уфа, привет. Тогда. Спасибо, вот вам тоже. Там тоже с экрана вам передают привет. Вот они здесь, девушки работают. Ну, очень красота. Приятно. Хорошие спасибо, девушки. Спасибо. Рахман. Обязательно. Да. А вы мужчин не стрижете? А, да? Все, мужской спасибо. Отдельно, женский отдельно. Все, хорошего дня. Я сказала же вам, объяснила. У нас народ все гостеприимный народ. Очень гостеприимные. Да, они все гостеприимные, хорошие все. Здесь ткани продают, которые вот такие платья носят, они вот по метрам продают. А ну, здесь косинка, которую мы одеваем, вот косинки вот таких вот. То есть просто ткань продают? А да, там... там просто ткань продают, кто-то берет себе платье шьет. А здесь вот такие косинки, которые вот одевают женщины, девушки. И со стразами. С стразиками по-разному есть. Вот. Каких цветов только нет. Да. Кому какой нравится, ну, такой да. Берет, да. На вкус и цвет. Ну, здесь нижнее белье, по-моему, не надо. Здесь мелечевка. Так, ну что, идем дальше. Все, уже солнышко еще ярче да, начинает. Да, уже, да, после обеда уже поярче будет солнышко. И до скольки солнце? Ну, до пяти, половины шестого. Угу.
вам покупает урок, попробуйте покупать. Чем пол бы даст? Наш пай, наш даст. Хамим мехму, хам ту бепул мет, ям гой такла, ай, а Россия. Это щавель, да, у вас вот здесь? И съемку ом деги. Мана, пайсу, пайсу ом ом бетит, хам бе, а свежи колон колон ухширюштит. Вот, возьми, попробуешь. Ой, спасибо. Ничего. Вам большое. Это мне? Да, тебе. Вот, слушайте, растили мне поварюком. Ну, пойдемте, дорогу дайте. Рахмат. Рахмат. Ходи. Людей становится чуть больше на улице. Здесь тоже парикмахерская. Ассалам алейкум, я буду дорогой маляшм. Вот, это здесь женский парикмахер. Вот здесь девчонки наводят себе красоту. Здравствуйте. Ассалам алейкум. Прекрасно выглядите. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Рахмат. Вот они все культурные, красивые девушки, женщины, да. Афганистана очень много вообще людей. Ну, я не видела здесь Афганистаном, да, людей я не видела. Он же просто рядом как находится? Ну, я вот этих не знаю. Я всегда вот этих в Москве бываю и дома. Я многих вот этих не соображаю. Я не видела здесь афганцев. Может быть, есть, но я не видела. А вот здесь вот как раз диски вот здесь. А, и здесь диски. Да. Ассалам алейкум. Вот они здесь диски продаются. Мы сегодня как раз встречались чуть-чуть, я так тоже заходил. Четыре самон. Да я вот как раз эту штатив достал, думаю, как раз красиво снять. Диско чампуль яктеш. Четыре самона, это сколько получается? 34 рубля. 34 рубля диск, да? 34. Ну, пока не 40 рублей. Не 40 рублей. Ну, 38, может быть, или 37. Можно выбрать себе любимый. А как, качество хорошее, да? Вообще здорово. Ну, они, может быть, если 2-3 берет, и, может быть, еще дешевле еще дает. Еще скидочка, да? Да, 3 штуки, если 10 сама не будет, это почти 100 рублей. Ну, там ну, 92 рубля, вот так получается, 3 штуки. Ну, да, потому что, если, наверное, с интернета скачивать, дороже будет, наверное. Да, потому что это 3 диска, если они скидками дают на 10 самани, 92-93 рубля. Вот мы один круг сделали. Сейчас мы один круг вот так сделали. А то внутри из базара вышли, вот отсюда, вот где мы там встречали. Сейчас я покажу как раз. Мы вот вон там... Да, отсюда зашли, да, из вот Паншамбе базара, из другой двери вышли. И вот так сюда, где мы встречали оба, вон там. Сейчас мы еще их подснимем там. Вот шаурму крутят. Вот как наггетсы здесь тоже продаются. Да. Вот здесь тоже чизбург, гамбурги продаются. Да. Да, все продается. Прохладительные напитки, спрайт, да. Фанта. Вот где мы встречали, да. Здесь вот. Ну вот, вот здесь, да, мы встречали оба, вот видите? Да. Паншамбе базар, вот. Хотел вам сказать большое спасибо за экскурсию. Друзья, да. Обязательно поддержите лайком, если понравилась вам экскурсия. Я, кстати, я не помню уже, извините, меня Артем зовут. А меня Мухайо. Очень приятно. Как правильно? Мухайохон. Мухайохон. По-русски Майя можно. Да, Майя. Да. Очень приятно. Вам... Меня Артем зовут. Ага, мне тоже вот. Очень приятно. Друзья, если досмотрели до этого момента, обязательно поддержите лайком, комментарием, как вам понравилась экскурсия по... Правильно рынок называется? Паншамбе. Паншамбе базар. Паншамбе базар. Вот перед мечетью здесь делают бизнес. Здесь продают корм для птичек. Почем? Один самон. Один самон, да? Вот, здесь продают. И здесь ребятки. Сейчас вам их покажу. Вон сидят.
фотографом, видите, с большими объективами. И, в общем, делают хорошие кадры, ну и потом продают, соответственно, желающим. Вот ребята зарабатывают. Сколько стоит сделать фотографии? Один штук? Да. 6 сумм, 12 сумм. Профессионал. Давно работаете, да? Профессионально. А что за фотики? Можешь пострелять, да, у вас? Canon. Вообще заряженные, да? Я откуда? Из России. 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 Да. Были в России, нет? Нет, пока нет. Не будем. А как у вас относятся к русским? Хорошо. Хорошо. Много приезжают вообще? Да, да. Давно работаете здесь? Да, да. Три года. Три года. Четыре. Четыре даже? Он четыре, да. Много выходит, ну, по деньгам? За месяц. Чё секрет? Или коммерческая тайна, да? Ну, по жизни нормально. Нормально, в общем, на жизнь хватает. Чтобы не позабыл, а можно вот так же взять молочный коктейль. Наливает, пожалуйста, стеклянный стаканчик. После этого, конечно же, хорошо моет. Ну и вот наливает здесь. Ага. Вот так вот, хоп. Хоп, потом наливает коктейльчик. Или после это делает. Ну. Не снимать, а? Мнения у вас я нет, чисто процесс. Так, это... Это полезно. Это требуха, это печень. Это требуха, печень. Почки. Вот это, ага, колено, вот это колено. Это тоже важно. Напит это. Название у нее еще раз. Деликатес. Деликатес. Здесь у нас копыта. Да? Просто это большой биг-биг. А, вон значит. А, она, смотри, это средняя, вот это большой. А что за рыбка? Рыбидзе. Жерех. Жерех? Вот она, жерех. Оно очень вкусное. Сколько стоит? 5 сомон. 5 сомон, да? Вот здесь же бургеры, компотик продают. Жерех. Здесь же клубника сразу. Это клубника. Ага. А сколько стоит? Оно 40 сомон. 40 сомон. А это на 10 сомон, а это на 20 сомон. А чья это? Наша, местная. Угу. И почем клубника? 30 сомов. 30? Да. Килограмм, да? Ну что, друзья, на этом все. Я надеюсь, мой ролик вам понравился. Если досмотрели до конца, обязательно поддержите комментарием, ну и лайком. Так вы поможете продвижению моего канала. Друзья, подписывайтесь и давайте путешествовать вместе.